Этот хадис дороже золота. Однажды к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассаляма, пришел араб и сказал: «О посланник Аллаха, я пришел к тебе, чтобы спросить, что следует делать, чтобы хватило блага в этом мире». И пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Ты спроси, а я отвечу». Араб спросил: «Хочу быть лучше всех из людей, знающих». Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, ответил: «Бойся Аллаха, и будешь лучше всех знающих». «Хочу быть самым богатым из людей». «Ты будь доволен тем, что дал тебе Аллах, и будешь самым богатым». «Хочу быть самым справедливым». «То, что желаешь себе, пожелай другому, и будешь самым справедливым». «Хочу быть добрее всех». «Ты будь дающим пользу людям, и будешь добрее всех». «Хочу быть у Аллаха особенным из людей». «Ты больше поминай Аллаха, и будешь особенным у Аллаха». «Хочу, чтобы у меня была совершенная вера». «Улучшай свой характер, и будет у тебя совершенная вера». «Хочу быть благочестивым». «Ты совершай поклонение так, как будто ты его видишь, хоть ты его и не видишь, в действительности он тебя видит». «Хочу быть у Аллаха подчиненным». «Исполняй предписанное, и будешь подчиненным». «Хочу, чтобы в день суда Аллах поднял меня в свете». «Не будь жесток никому, и Аллах поднимет тебя в свете». «Хочу, чтобы в день суда Аллах был ко мне милостивым». «Будь милостивым к себе и к рабам Аллаха». «Хочу, чтобы у меня меньше стало грехов». «Увеличивай покаяние, и меньше будет грехов у тебя». «Хочу быть благородным». «В делах не жалуйся людям». «Хочу быть сильнее всех». «Уповай на Аллаха, будешь сильнее всех». «Хочу, чтобы Аллах увеличил мне риск». «Будь всегда в омовении». «Хочу быть уверенным, что в день суда Аллах не будет гневаться на меня». «Не злись ни на кого из созданных Аллахом». «Хочу, чтобы на мою мольбу ответил Аллах». «Будь далек от запретного, и Аллах ответит на твою дуа». «Хочу, чтобы Аллах в день суда спрятал мои недостатки». «Прячь недостатки своих братьев». «Что спасет от грехов и ошибок?» «Слезы, повиновение и болезнь». «Какое добро выше перед Аллахом?» «Добрый характер, скромность и терпение в горе». «Какое самое плохое дело перед Аллахом?» «Плохой характер и жадность». «Что же успокаивает гнев Аллаха в этом и в том мире?» «Давать садака скрытно, помирить поссорившихся людей». «Что же тушит огонь ада в день суда?» «Терпение в горе и беде». «Хочу быть любимым у Аллаха и его пророка». «Люби то, что любит Аллах, и то, что любит пророк». Хадис передал Халид ибн Валид. Имам Мустахверий сказал: «Я не видел хадиса более всеобъемлющего, более совершенствующего религию и полезней, чем этот».